Держись подальше! Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Я здесь. А теперь расскажи, что происходит. Сестры, по законам Великой Артемиды пришло время для моего испытания. Я представляю вам Алексиуса. Это почести или приговор? И то, и другое верно. Не уходи от ответа, говори прямо. Для каждого поколения Артемида присылает вестников. Эти существа знаменуют собой появление претендента на лидерство. Лидерство? О чем ты говоришь? Если победишь меня в бою, получишь мантию первой дочери Артемиды. Если откажешься, останешься для нас никем. Тебя? Да. Убей меня и заслужишь признание дочерей. Нам суждено встретиться в поединке. Отступать некуда. Решайся. Нет, я не стану вашим лидером. Ничтожество. Тогда уходи отсюда и не возвращайся. Меня злить! Лучше уходи отсюда! Стой тут, я пойду проверю. Ugh!
эта деревня какая-то странная. Проклятый огонь! Малакай,
Что же мне делать? В чем дело? Я посвятила свою жизнь Артемиде, но дочери Артемиды сказали, что для них я слишком слаба. Следовать за кем-то и есть слабость. Но я так долго служила Артемиде. Ты сама себе хозяйка. Потеряла смысл жизни. Найди новый. Новый смысл жизни? Я не знаю, с чего и начать. Нет, так просто я не сдамся. У меня есть идея. А? Я все равно стану дочерью. Проникну к ним в деревню и стану там жить. Поможешь? Я отдам все свои деньги. Я помогу. Но дочери очень опасные. Если они узнают... Я не боюсь. Пожалуйста, найди мне доспехи, шлем и обувь дочерей Артемиды. Где мне искать их обувь? Среди скал на западных я оставил... Не подскажешь, где... На юге деревни... Так. Из-за этого... А. Скажи, где... Ты найдешь его возле хижины, самый известный охотник. Я вернусь со... Спасибо, Мистер. Попробую найти укрытие. Лаги.
Вперед! Что-то там мешает. Не поддается. Thank you.
Наемникам здесь делать нечего. Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Нельзя. Пошел. Давай.
что, поехали. Эва. Давай, давай! Элла! Похоже, пещера – тайник воров. Это явно не путешественник. Он жил где-то рядом. Сколько же он наворовал? Вот все снаряжение. Но помни, дочери Артемиды – легендарные воительницы. За такой обман они тебя, скорее всего, убьют. Разве у меня есть выбор? Должен быть другой путь, путь жизни.
Ты говоришь, как они. Думаешь, я слаба. Отнять жизнь непросто. Убийство необратимо. А ты не убийца. Ты меня не знаешь. Я смогу. Ты добрая, пылкая, решительная. Ты можешь помогать другим. Правда? Думаешь, я справлюсь? Знаю. Я стану жрицей и буду служить богам. Спасибо. Мисти, помнишь меня? Ты убедил меня не идти в деревню к дочерям Артемиды. Ты спас мне жизнь. Но я пока не знаю, что с ней делать. Мисти, помнишь меня? Ты убедил меня не идти в деревню к дочерям Артемиды. Ты спас мне жизнь. Но я пока не знаю, что с ней делать. Hey, look.
Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Thank you.
Надеюсь, тебя никто не похоронит. Hello.
Эй, ты! Тебя прислала Артемида! Все кончено! Бой! Какие когти! Я убью тебя! Я вне... Спасибо, двуногий. Здесь небезопасно. Встретимся за храмом в Хиосе. Хвала тебе, двуногий. Я Зои, дочь Артемиды. Кого ты зовешь ко мне жителями? Тех, кто пришел сюда с запада. Они вырубают леса, чтоб... Двуногий? А бывают другие? Конечно. Наша четвероногая родня. Мы равны. Никогда бы. А зря. Каждый день... Хорошо, что я проходил мимо. Как ты оказалась в клетке? Их было слишком много, и меня окружили. Мы? Кто? Моя четвероногая родня. Лесные звери. Камнежители вооружены и опасны. Без зверей мне не справиться. Ты сможешь освободить их? Зверям не мет. Я знала, что мы родственные души. Я все сделаю. Ее семья в клетках, там, где вырубили лес.
А вот и лагерь. А это лагерь лесорубов. Где же клетки? Здесь бдительный лагерь. Эти волки соскучились по крови. Нужно быть осторожным. Тише, семья. Меня прислала Зои. Тише. Не кусайтесь. Я вас спасаю. Эти волки соскучились по крови. Нужно быть осторожным. Тише, семья. Меня прислала Зои. Нужно сказать Зои, что все волки на свободе. Я все сделал. Благодарю тебя, воин Артемиды. Лук теперь твой. Он мне пригодит. Слава богам! В чем дело? Мы его мужа убили, а сыновей увели. Разбойник. Ты прав. У вас не было выбора. Их главарь сказал. Ты больше ничего не... Нет. Прости, что пыталась скрыть правду. Я помогу. Хвала, Афине. Где ваши... Мастичный двор. Куда увели... Разбойники отпустили... Разбойник. Они находят на... Разбойники. Я не успела Я схожу туда и Поспеши.
Атлиуса в лесу слез. Тот самый дом. Да! Один из сыновей где-то здесь. Не. Давай. Вперед. Давай. Беги, я спасу твоего брата! Один из сыновей здесь. Дом. Но, Фобос. Элла. Ты свободен. Вернись к матери. Вижу, сыновья к тебе вернули. Хвала Афине. Con espíritu.
Мистерий, не нужна ли тебе древесина для корабля? Здесь столько дерева. Всем известно, но Малака, что правит Лесбосом, продает ее в другие города. Правители должны служить своему народу. Верно. А этот человек просто уд... Скверный правитель. Да уж. А если у... Ты ведь нам поможешь? Что ж? Где мне искать? Он живет в Мителине. Лесбос — богатый остров. Если б я знал. Что ж, Мителин... Как закончим? Нужно заглянуть в дом правителя, в крепость и в храм. Ugh.